Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Эссен в Европу 4. Идет у нас война против Британской империи, ну, практически мы ее уже заканчиваем. Да, осталось, ну, хотя бы Лондон взять, я вот тут прикинул уже, какой мирный договор будем подписывать. Это возьмем здесь две провинции с крепостями, чтобы создать Шотландию. Возьмем Кале по-любому, очень важная провинция, вот тут пока все, ну и здесь можно, даже не набирать так много, так, ну в общем нужно Лондон брать, тут посмотрим сколько возьмем, чтобы там Гессенская Мексика заполучила себе эти территории. Ну и также разрыв с Испанией и Союза по-любому тоже нужно брать. Так, стартуем игру. Просят мир. А, ну, можно с Клэва подписать уже мир. Мы от них возьмем только выплату репараций. Откажусь от претензий, чтобы взять побольше здесь. С Фландрией Союз разорвем. Деньги. Да, денег нам не нужно. У нас и так полно. Да, не будем брать. Зачем инфляцию увеличивать? Все, отправляем требования. Хорошо, я не хотел брать, потому что это опять-таки пойдет огромная агрессивка. Это часть империи. Причем 25 уровень развития. Неплохой весьма. Нас уже требуют мир. Сколько у нас там? 4. Ну да. После взятия Лондона. Это... Так, почему-то они опять вышли. Как-то они не рассчитывают время выхода из порта. Пока мой флот еще не убрался, они уже пытаются выйти. Так, тут опять Дрезден Богемия забрала. Еще война идет, Померания проигрывает, хорошо. Так, взяли Норфолк. Ну, Норфолк это так себе провинция, неважная. Так, здесь также закончили, но наш генерал стоит здесь. Ух ты, ух ты, ух ты. А, правильно, я же тут отправлял из Нового Света сюда. Блин. Блин. Пфальц уже заключил мир. Да, еще Бургундия скоро вылетит. Нужно как-то это побыстрее все заканчивать. Так, давай на ускоренном и иду сюда. Может, успеешь? Если не успеть... Блин, тоже без генерала, знаете. Ну, давайте попробуем. Нужно разбивать все равно. Фальц просит... Нет, не хочу. Я, наверное, что с Фальцем буду разрывать союз. Сколько у него тут стоимость провинций? 73. Значит, если повоевать, то можно сразу завассалить. Да, давайте не будем заключать. Так, сделаем... Здесь можно отключить. Угу. Бургундия уже заключила мир. Плохо. Это плохо весьма. Сейчас посмотрим. Еще разок. Не хотят пока. Нужно взять хотя бы одну крепость. Так, уничтожили. А с Бургундией можно. С ними нужно дружить еще. Ну и тупит. Тупит просто... Просто неимоверно. А тут минус 63 так и держится. Да, тут, блин...
уровень крепости, считайте, 7-й даже. Троечка плюс крепость в центре города. О, пошел на Лондон. Лондон, Лондон. Is the capital of Great Britain. Как учили нас в школах. Так, тебя мы давай сюда пока что. Тут просто еще остается две крепости. Такие нехилые. Блин, опять статус-кво. Да сколько можно? Что-то нереальное. Успели мы зайти на защиту. Так, враг потерял в два раза больше кавалерии и на 1003 больше других войск. Так, вот что здесь делать? Все я сделаю. Ай, блин, не могу зайти ни сюда, ни сюда. Блокирует Лондон. А так бы мог уничтожить полностью. Ну, хорошо. Не везет, так не везет. А может, теперь вы согласитесь? Войск-то уже нету. Соглашается. Если тут, скажем, не брать вот этой коровы. Все равно не хотят. Но нужно взять еще хотя бы одну еще крепость. Калай мы по-любому должны взять. Ну и тут хотя бы две проки нужно брать. Единственное, что можно, например, вместо одной из этих про взять Хайлендс, ну и вот эти острова, западные островки. Ну, либо взять здесь, хотя тут 19 аж, а не брать этих двух. Тут если на двух, то 25 получается, тут 19. Блин, хочу посмотреть, сколько усталости, но мне кидает 5. Усталость очень быстро набирается. Давай сюда. Пролом в стене. Наконец-то минус 28. Хоть какие-то подвижки идут в этом вопросе. А блин. Через год умер. Династический брак опять заключай, подписывай, и легитимность опять падает. Так, пока будем улучшать отношения. Бляха-муха. Тут тоже. Давайте поставим для Франкфурта. Может, пойдет? Нет, не пойдет. Хорошо. Тут транспортный флот. Я сразу его не отправил сюда. Так будет быстрее, наверное. Не важно. Просто, ну, замерились бургундцы, и вот здесь две провы, получается, вернулись под контроль Фландрии. Я ее тоже хотел бы завассалить. Так, что-то можно построить. Ну, вроде бы строил. В прошлой серии. Да, вот здесь строил. Точно помню, там где-то по 1000 было возможных рекрутов. Нужно тут 600. В прибрежных провах не строю, там. Там лучше что-то на торговлю, на флот строить. Так, минус 7. Австрия. Захватили один транспортник, отлично. Нам транспортники нужны. Так, что там колонисты, колония.
Колония, наверное, развивается. Но у нас только две. К сожалению. Австрия просит. Но мы с Австрией пока что еще подружимся. Будем дружить. О! Испания тут Неаполь наказывает. Литва в унии. Смешно. Так, что-то двигаются. Ё-моё, вот и дурак. Чё я не выключил ускоренный марш? Угу. Вижу. Что ты там уже думаешь сделать? Ускоренный, и давай сюда. Блин, а тут нету ни одного генерала. Ну, вроде бы успеваем. Ну, у британцев, наверное, боевой дух уже подорван из-за того, что у них очень великая, высокая усталость. Как видите, низкая, 12 усталости. У нас тоже немало. Мы можем снизить. Так, 0.14. Хорошо. Так, и ты давай. Теперь сюда. Обратно. Франция. Что, Франция уже закончила войну против Испании. Походу, ничего не взяла от них. Не знаю, может, проиграли. Такой, о, Лондон взят. Отлично. Наконец-то. Жить мир. Ну, можно еще добить вот эту армию полностью. Уничтожить британцам. Вот, они согласны. А что, если я возьму еще так? Так, не согласны. И так тоже не согласны. Так, тем более. Если эту проволоку. Ну, это нам не важно. Нам главное закрепиться на этих островах. Вот Шотландия будет. И потом мы уже запросто будем все забирать у британцев потихоньку, постепенно. Так, главное разорвать союз с испанцами. Вот. Это главное. Репарации не получится. Ну, ладно, фиг с ними, у нас денег полно. Проблем с этим нету. И давайте еще здесь. Ну, я думаю, больше не стоит брать. Хотя можно, знаете, что даже вот тут взять Ровы, и чтобы у нас создалась еще одна колониальная автономия. Если будет 5 Ров, мы их закорим, когда она создастся. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Ну, вот 6 Ров на Кубе взять. Это, наверное, даже лучше будет, нежели тут брать. Посмотрим. Угу. Не получится. Вот так получится, но Гессенская Мексика сейчас будет. Ну, ты не взял мою провинцию, бла-бла-бла. Ох, унижение бы взять. Ух, это бы нам добавило веса. Ну ладно, фиг с ним. Их с ним. Так, взяли. Вот тут 5 Ров. Даже бы все взять. По-хорошему так. Если вот так, получается 4. Еще одну по-любому. Блин. Ну ладно, не будем. В следующий раз. Как говорится, нужно взять просто одну Провку, дабы иметь тут доступ. Что-то дорогая очень. Вот так, Гуантанамо взять. Вот. Да, тут форт. И тут также берем, что-то можем. Вот так. Вот так вот. Хорошо.
Ну, тут все. Можно денег взять. 1%. Сколько там? Мало инфляции. Вот. Мексика очень рада. Испания разрыв. Отлично. Все, завершаем войну. Отлично. Повысили на 20-ку. И то хорошо, да? Теренка Зузбелли. Бла-бла-бла. Так. Здесь мы пока не можем. А где вообще можем? Гуантанамо по-любому придется. Эти две пока подождем до конца войны. Так. Ой, ё-моё, мой флот. Там, в другом конце карты. Здесь он. Так. А нужны ли нам... Ты выходишь. Тут понятное дело. Иди давай сюда. Хо. Объявился. Не запылился. А тут повысим. Какая нам разница. Нам главное тут захватить место расположения. А, хорошо, хорошо. Но тут одну армию по-любому придется держать, если будем воевать с испанцами. Так что мы ее высадим куда-то сюда, наверное. Но тут все равно ее нужно будет еще одну сюда завести. Одной будет мало. Так, и что мы с тобой будем делать? О, он соглашается. Ну, молодец, молодец. Ничего больше от него не требуем. Отправляем требования. Отлично, отлично, супер. Так, войны больше нету. Франкфурт, да? Да. Ну, тут давайте отзовем. Сейчас нужны будут. Так, все покидают коалицию. Отлично. Ага, 185. Немножко улучшим. У нас много связей. Да, я знаю. А давайте Пфальц там и Союз. И все это будем разрывать. Поход войск пока отменим. Большой бал в столице. Зачем? Если у нас есть престиж. Так, хорошо. Лот. Не то. Разделить. Корабли. Отправляется в Ла-Манш. Отправить. Здесь. Разделить. Их тут еще обновить не помешало бы. Но пусть пока поработают. Торговли. Так, фрегат, военный галеон. Давай, ты завези сюда, например, войска. И еще вот на север, на Испанскую Канаду тоже одну армию неплохо было бы отправить. Тут есть немножко армии, правда, они ее увольняют вот уже. Я не понимаю, почему они увольняют армии свои. В чем прикол? Испанцы тут взяли две прови. Дальше, 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 дальше. Что у нас дальше? Этих пока что не увозим. Ну, 20%. Не понял, почему. Ноль? Не понял. Вот патрульных кораблей ноль, как ноль, если тут вот где-то плавы. А, они стали в док на ремонт, походу. Сразу обновим.
делаем, хорошо. Ага, обновить нужно где-то в Голландии, вроде бы есть. Вот верфь. Ну, пока побудем немножко бедными, но ничего страшного. Так, здесь все. Аннексируем. Хорошо. Пальц. Союз разрываем. Спасибо, Пальц, ты нам очень помогал. Но теперь пришло твое время. Так, плот прибыл домой. Отправим его сюда. Даже вот так поставим. Отсюда будем вывозить свои армии. Одну можно оставить здесь, правда, зачем? Зачем толку? Перед войной мы их туда завезем. Сколько там перемирия. Семьдесят седьмой год. Так, какой сейчас 65-й? 12 лет, ну, не так уж и долго. Тут мы вас на какую консервацию? Обновление обновили. Отлично. Теперь все, которые обновлены, их выбрасываем. Вы давайте в Ла-Манш. Вот так вот. Так, знаю. Технология. Брать, не брать. 500. У нас останется около сотни. Хорошо, возьмем. Шебеки пока не нужны. Транспортный. Ой, торговый флот почему-то здесь. Так, и тут та же самая операция. А, тут все обновлены, да? Да, до фрегата. Ну, значит, тоже Ла-Манш. Затем также поставим Ла-Манш. Они когда обновляться, отремонтируются, автоматически поплывут. Все, прибыл флот. Тысячи. Ну, короче, они сами сюда тут передвинутся. Так, умер советник. Плюс 2 мы можем себе позволить. Можем, но мне вот этот лучше нравится. Ага, я должен освободить Шотландию. Но я просто пока не делаю. Можно подождать. Тут, надеюсь, не будет восстания. Хотя, может и случится. 20% пока. Просто хочу, чтобы сначала Франкфурт присоединился. Не было... Не рассчитывалось бы его... вот эти дипломатические связи с ним, чтобы не терять очки дипломатической силы. Пусть я воюет. Вот вижу, Россия наступает. Ого, ого, тут что-то творится. Сербия и Венгрия. Османы воюют, испанцы, ой, австрийцы, хотя есть союз с Венгрией, но почему-то. Это османы сами атаковали. Хорошо, пусть атакуют, мне-то что с того.
папиком можно подружиться. Заключить союз. Так, вы почему восстаете? Ну, сверхрасширение, усталость. Давайте хотя бы на двоечку уменьшим. Со шведами потеряли. Сфабрикуем еще разок. Так. Блин, чего они стоят? Ремонтируется здесь, не понимаю. Они, возможно, заходят просто в порт и хотят соединиться с этими кораблями, которые еще были не отремонтированы. Фиг с ними. Пусть себе ремонтируется. Так, вас тоже отправляем. 32 тысячи. Ну, пусть... Блин. Нам просто, когда будем воевать против Испании, нам нужно будет здесь также высаживать войска. Испанцы вообще что там по войскам? Испания 52 тысячи. Ну, они часть увезут, наверное, в новый мир. Новый свет. По кораблях что там? Испания. Да, 33 транспортника. Ну, либо как-то пытаться поймать их транспортники. А у меня сколько? У меня 19, а нужно 32. На 32 нету лимита. Хотя 14. Не будет, должно хватить. Так. У меня есть 19, а нужно 32, значит разница у нас получается 13. Да? Вроде бы да. Создать шаблон 13 регионов. Сохранить. И построить. Странно, конечно, они построились. Или тут что-то строится? Нет. Ладно, пусть себе строится. Так. Есть новая колония. С чем я нас и поздравляю. Берем здесь, наверное. Тут торговый центр вижу. Получим доступ к Шауна. Правда, тут немножко рискованно. Потому что если будет война с испанцами... Мы не сможем хорошо защитить. Либо вот сюда отправлять. Чтобы испанцы пошли на север. Здесь, я так понимаю, территории, которые нельзя колонизировать. Хотя, если мы будем воевать, мы тут заберем эти провы. Давайте в эту провку. Вот. Что у нас тут все спокойно. Так, сепаратисты нормально. Тихо сидят пока что. Дальше. Угу. Так, тут перебросил. Теперь эти две армии по-любому пойдут сюда. Ну да, давайте сюда, например. Дипломат раз. Троечка. Ну, нужно дождаться, пусть спадет, и тогда объявлять войну испанцам. Так, Британия, Милан. Ну, Милан тут
конечно, есть. Придется 32, наверное, тысячи оставить. Да. Милана, сколько там войск? Должно быть много. 1020, наверное. Так, я так не найду. Милан. 18 тысяч. Так, Флорида. Угу. Поляки немножко хотят посоперничать. Так, Богемия, Швеция, Валахия, Пруссия. Сложные там союзы. Так, получили Казусбелли и отправимся во Фландрию улучшать отношения. Хотя бы выше нуля. Баварию тоже скоро будем присоединять. Но больше всего новый Гессен. Но с ними отношения так себе. Я постоянно это говорю, но постоянно некогда их, как сказать, с ними улучшить отношения, отправить дипломата. Так, у меня миссия завоевать Антверпен. Придется отменять. Это пока что нереально. Так, тут сколько? Тридцатка. Нехило так. Так, нужно будет придумать, как быстро перебросить в Испанию. А французы проход дадут. Даже союз с ними можно будет заключить. Правда, они против испанцев вряд ли захотят пойти. Но мне главное, чтобы был проход. Я тогда себе поставлю тут две армии. 60 тысяч. Потихонечку буду захватывать. Так. Что хотел? А, с Бургундии нужно взять проход. Но сначала, наверное, пойдем на Милан. Замеримся с ним. А потом уже на испанцев. Новая нацпровинция. Кале. Тут уменьшать, естественно, нельзя. Так, не понял. Лол. Здесь были, помните, всякие плюшки на... Так, как это показать? Вот эти. На торговые влияния, там 50%, и они исчезли. Они, походу, только для... для Великобритании, что ли. Лол. Ну окей. Еще говорят, как это сказать, что тяжело играть там за Великобританию, за Англию. Тяжело. Разработчики для таких стран, они делают всякие хорошие штуки, назовем это так, да, которые значительно упрощают жизнь. Сколько там, 80%? Ну, давайте освободим Шотландию. И думаю, на этом будем завершать серию. Две пробки они берут себе. Все. Ну, сразу наши веры. Ну, единственное, что плохо, то, что автономия. Можно было снизить. Ну, да ладно. Нам главное тут иметь доступ к суше. А войска их и прочее, это уже не важно. Хорошо, ребята, будем на этом завершать серию. Спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока. Всем всего доброго.